Всем привет, с вами Т1000 и, в общем, мы продолжаем играть в Good Game Empire. И эта игра что-то прошлую серию 14-ю никто не смотрел. Двенадцатую, кажется, тоже не смотрели. Десятую, кажется, тоже не смотрели. Десятую это как, кажется, точно не смотрели. Двенадцатую, наверное, смотрели. Короче, те, кто видит это видео, посмотрите прошлые серии по Good Game Empire. Я сейчас. Так, все, я снова тут. И, в общем-то, я решил записать видео. В общем, началось такое событие, как атака Беремонда. В общем-то, типа, короче, типа вот так вот, типа. Ну, типа, они поссорились, и типа, потому что они, типа, пришли другой, они, типа, ну, вот этот обиделся на этого, потому что он пришел на бал императора, а этот, потому что этот на бал императора. В общем-то, система у нас, значит, прикольная, но в принципе, фарминга больше, чем на кочевниках. Хотя и не сказать. Ну да, больше все-таки, чем на кочевниках фармить. Больше дают опыта, быстрее фарминг. И в принципе, тут, короче, сейчас расскажу, что это такое вообще. Вот я сделал это видео, чтобы рассказать, что это такое. Короче, типа, два чувака поссорились и поставили лагеря. И они, типа, воюют. Нужно атаковать на лагеря какого-то одного из них. Ну, либо можно на все лагеря, но тогда очки вот эти вот чего-то там у них, обоих будут на одном уровне все время. Поэтому лучше одного только атаковать все время. То есть, ну, одного чувака. Ну, не один, но вот эта вот крепость, а. Ну, короче, красные крепости атаковать, либо синие все время. И, короче, вот, то есть, типа, точно репутация будет стоять у обоих на одном месте. Так. В принципе, сейчас уже атакуют и посмотрим, что там было, какие потери мы понесли, но мы, конечно же, выиграли, это 100%. Конечно, тут не дается ни вот это вот, ни как кочевников, пайцы, то есть у стерядников дается очки славы, а у кочевников пайцы, а у этих ничего. Так, так. Но почему-то светится титул. Непонятно. Ладно, хорошо. Также я свой первый аванпост, который у меня был, вот это вот качаю
то рою декорации. Для того, чтобы потом домики тут поулучшать. Потому что если домики улучшат, будет медленнее ресурсы производиться. То есть нужно декорации построить. И ресурсы на некоторые проценты станут быстрее производиться. Больше производиться, лучше производиться. Быстрее или больше производиться. И, ну, быстрее, больше. Тут по скорости. Да, тут получается по скорости. Вы это слышали? Какой-то ветер только что был. Так, окей. Хорошо, не обращайте на это внимание. В общем, увеличится производство, когда улучшаешь дом, производство уменьшается на 20. То есть, так, на 20, а это на 18. Ну, то есть, можно будет прокачать один домик. Да, прокачать один домик. А потом строить еще одну такую надо будет. Надо будет еще одну торговую повозку строить. И, в принципе, все. Да, то есть. А вот эти вот Бермидоны или как он. Странно, они были 23 уровня, потом стали 30, потом стали 24. Не пойму. Вот это реально непонятно. Хорошо. Хорошо. Окей. Так, также пора почистить медпункт. Кого можно... Дерево заберу. Всё. Кого можно вылечить, я вылечу, а кого нельзя, того я уберу. Так. Вот этого я не могу. Я могу вот этих вот вылечить. Пускай вылечиваются. Вот эти вот не могу. Ну, в принципе, все остальные эти тоже не могу нормально вылечить. Так что идите отсюда. Так вот, так вот. Все. Ой, не туда нажал. Хорошо. В общем-то, если это видео посмотрит хоть один человек, я продолжу. То есть, если ты видишь это видео, то есть, мы продолжим. Но если никто не посмотрит, мы не будем продолжать. Пока никто не посмотрит. Так. Папа, это что такое? Раунд с джекпотом. Так, окей, эта информация потратит 203 бойца, что гарантировано обеспечить помощь на джекпот в следующем раунде. То есть будет вот такой вот. Ой, и не туда нажал. Я думал, да выйти так. Открыть два уровня пиздов. Нет. Я не буду открывать уровень призов. Хорошо. Ну, в общем-то, всем спасибо за просмотр. Всем удачи, всем пока. И...